который час? Должно быть, скоро полночь. Призрак деда подает мне знаки. Зовет, как будто следовать за ним. Зачем? К чему? И что теперь мне делать? Такого никогда с ним не бывало. Обычно разговорчивый он очень. Здесь что-то кроется. Скорей бы ночь. Меня он снова манит. Я иду. Что это? Пень? Я пень? Не надо обзываться. А сделать что-то с этой корягой? Полить? Покрасить? Подскажи яснее. Опять ушел. Подумаю с утра. То был какой-то знак, не сомневаюсь. А, стрела! Туда идти мне надо. Прогнило что-то в нашем государстве. Красивый ножик тоже что-то значит. Об этом я подумаю потом. Мы начали, и вот к нему вернулись. Уйди, животное, не до тебя сейчас. Попробуем копнуть поглубже. Бедный ежик, я знал его, а может и не знал. Да дедушка, да что ж это такое? Скажи по-человечески, что хочешь. Быть или не быть, не пить вина, другое. А ты кто? Друг Горацио? Понятно. Что-что? От музыки устали наверху? И даже слово «ноты» запретили. Понятно, почему он все молчит. Чего достать? Да я же ведь не знаю, как эти ноты выглядят. Не видел. Ну ладно, у кого-нибудь спрошу. Вы не видали ноты? Ну, такое, не знаю что. Но очень нужно мне. На ноты это как-то не похоже. Их пьют? Едят? Лежат на них? Сидят? Вот это ноты? Точно, ты уверен? Ну ладно, как их деду передать? Ведь он не может взять их так на небо. Теперь он только призрак, просто тень. О, точно, тень от нот ему сгодится. Смотри, что будет. Все получилось. Вот мы молодцы. Пусть музыка гремит ему на радость. Но там, на небе, здесь пусть будет тишина. Yeah.
Не знаю, как вам, а мне мой жизненный опыт подсказывает: когда все вокруг слишком хорошо, жди сюрпризов. Сюрпризы бывают разные. Приятные. И не очень. И очень неприятные. А я все равно стараюсь ждать только приятных сюрпризов. Но почему-то не все со мной соглашаются. Но, кажется, в этот раз сюрприз был все-таки не очень приятный. У нас похитили барана. Чтобы раскрыть загадочное похищение, надо начать с места преступления. Я всегда так делаю. Постараться взять след и объявить вознаграждение за помощь. Еще говорят, нужна какая-то, это, как ее, дедукция. Но у нас во дворе такое не растет. Я спрашиваю. Этот синий несъедобный, а вот эти розовенькие, да. Уховоры не бери. От этих свиньи мерещится. Да ну что. О, что я говорил? Правда, след может оказаться ложным. И придется искать другой. Но даже если след приведет к подозреваемым, нужны улики. Улики — это такие штуки, которые заставляют во всем сознаться. Я уж не знаю, как они это делают, но умные люди говорят, что элементарно. А вот если этих самых улик не нашлось, то дело может зайти в тупик. Отпускают похищенного, если он даст им что-то ценное. Ну, или когда с него просто нечего взять. А может, его вообще никто не похищал, и все было совсем не так вовсе. Но как это было, мы никогда не узнаем. И одной тайной в мире станет больше. Ха, ну, по-моему, это неплохо. Ведь с тайнами жить гораздо интереснее, чем без них. Yeah.
Не знаю, как вы, а я люблю смотреть на звезды, когда не спится. И представлять, как там на них все устроено. Дворы с заборами или без? Картошку сажают или с деревьев собирают? Есть ли там поросята? Вот бы они прилетели и все про себя рассказали. Если бы поросята с других планет к нам прилетели, мы бы их встретили как следует. Все бы тут показали, объяснили про нашу жизнь, защищали бы их от врагов, вкусно кормили. Поросята с других планет у нас бы не соскучились. Ведь всегда можно придумать понятную всем им игру. Например, в догонялки. Интересно, а те поросята хоть немножечко похожи на нас в профиль? Но даже если и нет, мы бы все равно были им рады и заботились бы как о родных. Когда-нибудь они все-таки прилетят и обязательно останутся. У нас же тут так хорошо и спокойно. Да что же это такое, а? Не замолчайте вам уже! Однажды летом я пошел гулять на свой любимый луг и врезался в дерево. Но не потому, что не знал, что оно там растет, а так, для разнообразия.
Ведь когда ты что-то любишь, оно тебе очень хорошо знакомо. Вот тут всегда растут ромашки. Над ними летают пчелки. А тут живет крот. В общем, ничего особо неожиданного не происходит. В моем прекрасном мире прекрасный день прекрасно прошел. Как и всегда, пора было возвращаться. На лугу хорошо, как говорят, а дома лучше. Еще и туман какой-то появился. Но пока я шел домой в тумане, меня терзали смутные сомнения. Не слишком ли сильно я стукнулся об дерево? И не перегрелся ли я на солнце? Ой. Надо было скорее добраться до двора. Уж там-то точно все как положено. И мама с папой. Но во дворе было не лучше. Я даже подумал, может, я сплю. Или все сговорились и решили меня напугать, чтобы я домой пораньше возвращался. Только в такой дом лучше было не возвращаться. Осталась последняя надежда — найти родителей. Ой, мама! Внуки, Семен, чей это поросенок такой чумазый? Явно не наш. Это ты разговаривать не умеет, только хрюкает, как люди. Отведите-ка его, любезный, в хлев к этим глупым созданиям. И пойдемте в вишневый сад гулять. Он вечером чудо как хорош. Только и с родителями было что-то не то. Они меня совсем не понимали. Может, это все-таки сон? Мне надо скорее как-нибудь проснуться. Оказалось, я не сплю. Тогда точно перегрелся. Воды! Надо воды! Но вода тоже не помогла. Помощь пришла, точнее приехала. Откуда не ждали. Это была коза, вроде бы та, которую я всегда знал, но какая-то другая, странная. И каким-то странным способом она выяснила, что я из своего мира случайно попал в их другой, странный, карамельный. А, нет, параллельный. Она выяснила, что чтобы вернуться обратно, нужно найти место, в котором все началось. А началось-то все в тумане. Надо было его найти. Только это было не так-то просто. Оказалось, туманы бывают разные. А нужно было найти именно тот самый, мой, сиреневый. И он нашелся, я его сразу узнал. Наконец-то я вернусь домой, туда, где все привычно и знакомо. И ничего странного не будет происходить. Главное было снова не потеряться и никуда не сворачивать.
Пусть мама с папой в этом мире и обычные, но зато мои. И все понимают. Я, конечно, рад был вернуться к себе в привычный мир, но тот другой, странный, тоже был интересный. Хотя в туман вечером я больше никогда не полезу, это уж точно. Узнаете? Это я. Да нет, это не я, это медведь. А я вот. Как мы с медведем встретились? Сейчас расскажу. Все началось с того, что я подумал. Я подумал, что вот настало еще одно сегодня. Ну какое-то оно такое же, как вчера. Вчера мы точно так же просыпались и так же ели, так же радовались. Даже хулиганили точно так же. Сколько можно? Одно и то же. Это, конечно, неплохо, но хочется иногда чего-то такого другого. И другое появилось. Сначала мне показалось, что мы тоже одинаковые. Она, ну та, которая другая, сразу придумала кучу новых нескучных игр. Сначала поиграла в напугалки. Потом в вышибалки. Потом в носток зарезалки. Правда, наши музыкальные вкусы не совпали. Земледелие ее явно не привлекло. И котов она в жизни никогда не видела. Даже автомобиль ей совсем не понравился. Зато понравилась наша еда. Но тут вмешалась мама. После всего этого моя новая подруга сказала, что им, диким, такая жизнь не по душе. И лучше бы ей вернуться обратно в дикий лес. А я подумал, пора что-то в жизни менять. И почему бы не пожить с такими, как она, с дикими? Эй, другая жизнь оказалась ужасно интересной. Мыться никто не заставляет. Заборов никаких. Беги куда хочешь. Только бегать приходится все время. А на кого охотимся-то? А еще прятаться. И искать еду. А потом опять бежать. И опять искать. И копать, копать, копать. Ох, нет, ну здорово, конечно, свобода все-таки, все такое. Но как это быстро устаешь без подготовки? Зато спать можно ложиться, когда хочешь и где хочешь. Но утром опять нужно бегать и опять искать, и так все время. Ла-л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 а
нашел! Бежать еще быстрее. А к чему-то ты и вовсе бываешь не готов. Например, к медведям. Вот так я пожил дикой жизнью целых 2 дня. В лесу было здорово. Я туда обязательно схожу еще. Только потом, попозже. Но сначала на обед. Не знаю, как вы, а я наш двор люблю. За то, что он как одна большая дружная семья. А в семье всякое бывает. Встречи, расставания, радости и всякие неожиданности. Но главное в семье, конечно, общение. Где еще тебя выслушают и поддержат? И отпустят погулять, когда надо. И чем дольше ты будешь гулять, тем сильнее по тебе соскучатся и будут ждать обратно. Важно за время гуляния набраться как можно больше новых впечатлений, чтобы было потом что рассказать вечером у корыта. Хорошо еще при этом вернуться целым и невредимым, чтобы тема беседы не приобрела неожиданный поворот. Бывают в жизни такие моменты, когда о семье начинаешь думать с удвоенной силой и хочется скорее оказаться дома, в тепле и безопасности. Вот только до дома еще надо добежать. И не привести за собой хвост. Ой, то есть даже несколько хвостов. А когда ты в семье самый маленький, часто тебя никто не слушает. И тогда приходится идти на крайние меры. Это чтобы привлечь внимание и предупредить о беде. Опасность всех как-то сближает. Иногда даже слишком сближает. Но ничего, маленькие тоже могут спасти мир, потому что у них всегда очень много талантов в голове. А у кого талантов нету, может проявить смелость и решительность. Вот когда таланты, смелость и решительность уже не помогают, самое время проявить смекалку. Правда, иногда может что-то пойти не так, и снова придется рассчитывать на чью-то смелость и решительность. В общем, главное
действовать всем вместе, сообща. Тогда ничего не страшно.